Я звонила по поводу квартиры. Вы продаете, да, двухкомнатную? Да, продаю. А вы собственник? Да, я собственник. Хорошо. А скажите, у вас один собственник, да, получается? Да, один собственник. А квартира без ремонта, то есть она вообще в плохом состоянии или как? Ну, она в нормальном, она без ремонта, но в нормальном состоянии. Но там никто не живет, да, сейчас? Нет, я живу в этой квартире. А, вы живете. Да. Понятно. Вас как зовут? Татьяна. Татьяна, очень приятно. Меня зовут Евгения. Я агент агентства недвижимости «Адресат». Вот, я продаю квартиры в вашем районе, вожу туда покупатели. Вот, и вашу квартиру хотелось бы тоже предлагать. Скажите, вам в какое время удобно, если бы я подошла? Ну, Посмотрела. вы знаете что, я вообще продаю сама без агентства, то есть я как бы напрямую продаю без агентства. Я дала объявление, так что... Ну, я вижу, да, что вы дали объявление, продаете. Вы как часто показываете вообще? Ну, вы знаете, что я продаю мою квартиру без агентства напрямую, так что я как бы агентам не показываю квартиры. Так, я же вам говорю, что я приду, посмотрю сначала, потом вам буду вводить покупателей. Вы не заинтересованы, если бы я приводила вам покупателей? Да нет, Вам нет. же надо продать, какая вам разница с агентом или без агента? Тем более с агентом все быстрее происходит на самом деле. Ну, спасибо большое за предложение. Нет, до свидания.